Добро пожаловать в Unreal Tournament. Продолжаем прохождение, участие в турнире. И у нас, в общем-то, продолжается сейчас дисциплина Domination. Как в прошлой серии, в общем-то, мы не обращаем внимания на уже открытые карты. Следующая карта у нас Гардхен. В недавно построенной испытательной лаборатории Гардхен Lab находятся две взрывные камеры. К сожалению, одним из молчаливых инвесторов был разведчик мест Леандрии, и Гардхен упал в руки Леандрии. Так, мы также участвуем в красной команде, и у нас добавился новый член нашей команды Джонсон. Джонсон, железный страж воин. Джонсон был нанят с черного рынка работорговли, чтобы служить телохранителем Нихна. Очень сильный и очень выносливый. А противостоять нам будет в этот раз команда Blood Drivers. Организация наемников и бывших военных специалистов, заинтересованных в славе и богатстве. Они стремятся выиграть турнир за приз, который дает победа, почти безграничное богатство и власть. Кила, Blood Drivers лидер. Кила была схвачена после 5-летней охоты на 13 звезд, виновная в том, что она руководила одним из крупнейших в истории восстаний на шахтах Мир Зеленых. Она была вынуждена бороться за участие в турнире. Борис, Blood Drivers. Борис сражался за силы обороны Земли, сбежал с поля боя во время особенно кровавой стычки на Ло. Вскоре после этого он был приговорен к смертной казни от рук Сана Григора. Марианна, Blood Drivers. В отличие от многих других Blood Drivers, Марианна верно служила NEC в течение 4 лет. Эти 4 года закончились увольнением с небольшой компенсацией. Она чувствует, что правительство Илиандрии обязано ее служению. Лютер, Blood Drivers. Лютер провел 12 лет в качестве тайного специалиста по черным операциям. Он был арестован силами безопасности НЕГ во время санкционированного правительством внутреннего рейда. Он чувствует себя преданным и теперь борется против правительства, которое его создало. Ну погнали. И вот интересно, здесь можно как-то им команду отдавать, блин? Как-то не совсем понятно, честно говоря. Паскуда. Ладно, я охраняю здесь, ребята. Хотите? Блин, вот прикиньте, вот это стекло. Да херанёшь, блин. Захуй слопаешься. Кого здесь тоже пока никого. Они там неплохо справляются так-то. Хрень была. Срань какая-то. Тихо. Давай его там. Так что веду. Кого? Никого. Давайте еще одну. Твою мать. Вот это сейчас была хрень какая-то. Отвали ты, блин.
Давайте, давайте, отстаиваем. Да их понамать. Охренело, что ли, блин? Вот ведь тварь, а. Что за говно там она устроила? Меня там вальнули так нехило. Тихо, тихо. Да скотина. Поднапрягитесь, давайте там. Одна точка есть. Да какого хрена-то там со всех сторон летело? Сейчас так встрём, блин. Давай, давай, не стой там. Опять ты приехал. Давай пока нормально. Ну, я защитил точку, по крайней мере. Пожалуйста, вот с собой защитил точку. Слушай, он заманал, блин, а. Аптечка. Нормально. Вытянули. Да бедно, но вытянули.